Qandasin, qollasin, yaratganigam O'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham Hayotda hech kimga kuning qolmasin Bandasin, qollasin, yaratganigam O'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham Hayotda hech kimga kuning qolmasin Kimlardir non berib kesatmog'i bor Ko'ksinga tiq qadab eslatmog'i bor Kimlardir non berib kesatmog'i bor Ko'ksinga tiq qadab eslatmog'i bor Sen kim eding deya o'zlatmog'i bor Hayotda hech kimga kuning qolmasin Sen kim eding deya o'zlatmog'i bor Hayotda hech kimga kuning qolmasin О, когда вы приехали? Как вы? Как самочувствие? Что случилось? Все в порядке? У вас плохое настроение? Что-то вы давно не приходите сюда вместе с Дауранакя. Я недавно разговаривала с ним по телефону. Хотели попозже встретиться. Если хотите что-нибудь сказать, я передам ему, потому что он вечером к нам приедет. Похоже, я вас побеспокоила. Ладно, я пошла. Берегите себя. Вы слышали, что Кадырхан выписался из больницы? Слышал. Нужно как-нибудь сходить проведать. Кажется, не скоро закончатся игры Азаматбая. Азамат попал по другому адресу. Ассалам алейкум, брат. Ва алейкум ассалам. Где ты ходишь? Ходил проверять кафе. Я бы хотел научиться вашей работе. До каких пор я буду ходить вот так? Хорошо. Но ты не очень зазнавайся. В последнее время твое поведение изменилось. Не связывайся с разными бездельниками. Не переживайте, все нормально. Зять Азаматбая, оказывается, сбежал. Я в курсе. Это тоже, наверное, одна из игр Азаматбая. Что за игра? Ферму возглавлял его зять. Сейчас зятя нет. Наверное, он думает, что теперь ничего не сделаем с фермой. У нас есть самое его слабое оружие. Это его единственный сын. Я слышал, что у отца с сыном плохие отношения. В такое время, братишка, на отношения не обращают внимания. Вы хорошенько
Проследите за этим парнем. Узнайте, кто его самые близкие люди. Вот тогда посмотрим состояние Азаматбая. Настоящая игра только начинается. Понятно. Папа. Доченька. Я хотела попросить у вас прощения. За что? Я столько дней не проведывала вас. Зачем просишь прощения, доченька? Кемранаке уехал в длительное путешествие. Без его разрешения я не могла выйти на улицу. Доченька, может быть, именно из-за этого Бог сохранил мою жизнь. Никогда не забывай. Женщине, которая повинуется мужу, место в раю. То, что ты не выходишь на улицу без разрешения мужа, это мое счастье. Я не обижен на тебя. Наоборот, очень рад. Спасибо, папа. Хочу сказать еще одно. Что? Если вы не против, я останусь с вами. На пару дней, можно? Если Камрон разрешит, пожалуйста. Он разрешит. Я соскучилась по вам. Тогда хорошо. Я приготовлю ваше любимое блюдо. Доченька, сейчас мне нельзя есть такие блюда. Доктор сказал. Хорошо. Тогда приготовлю то, что сказал доктор. Ладно. Ва алейкум ассалам. Как вы? Şimdi misafirler bizi aşağıda gezdirdik. Hepsi bizden çok çok memnunlar. Sen neler dersin? Брат, наша цель – доставить натуральную молочную продукцию нашему народу и соседним странам. Если будет надо, то и в дальние страны. Конечно, здесь особенно важна ваша работа, потому что мы начали дружеские отношения с турецким народом. И это к лучшему. Şimdi şöyle, senin babanla bizim yanımızda apayrı bir yeri var babanın. Biz sizlerle çalışmanız çok çok memnunuz. Спасибо. Ayrıca misafirler seninle görüşmek istiyor. Да, конечно. Müsait sen gelsin de yanına. Можно. Алло. Да, Достон. Я не понимаю, что ты говоришь.
Здесь. Я пришел сюда с одной целью. Хочу попросить свата работать здесь, Достан. Да. Я хочу научиться всему у него. Да, Достан. Прошло уже столько времени, братишка. Хороший человек остался таким же хорошим. Я завидую свату. Даст Бог, буду таким же человеком. Будем работать вместе. Да. Да. Алло. Я вас слушаю. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Как вы? Спасибо. А кто это? Я племянник Баситхана. Меня зовут Азиз. Вы меня узнали? Узнал. Что случилось? Оказывается, рядом с вами есть психолог. Очень симпатичная. Моему брату тоже нужен психолог. Не могли бы вы дать номер ее телефона? Скажи своему брату Баситхану, пусть найдет себе другого психолога. Нехорошо ты поступил, Давран. Ассалам алейкум, дедушка. Алейкум ассалам. Бог вам в помощь. Спасибо. Вы знаете, где отдыхать? Воздух родины все равно лучше, да?
А кто вон тот человек? Учитель. Порыбачьте. Понятно. Я же тебе говорила, подруга. Я налажу отношения с Давроном Акя. Говорила, что в один прекрасный день он будет моим. Хорошо. Сейчас наши отношения улучшились. И со мной он разговаривает хорошо. Он хорошо ко мне относится. Самое главное, он поссорился со своим психологом. Она приходила и наговорила всего. Ей больно от того, что он разговаривает со мной. Ты нехорошо поступаешь, подруга. Это хорошим не закончится. Ой, не говори так, пожалуйста, подруга. Посмотрим после того, как я приглашу тебя на свадьбу. У нас ведь будет свадьба с Давроном Акя. Вот увидишь. В общем, такие у нас дела. Здорово. У вас будет свадьба с Давроном Акя? Я же говорила, что когда-нибудь ты попадешься мне на удочку. Все равно я когда-нибудь узнаю твою основную цель. Вы меня неправильно поняли. Да? Неужели? Что вы говорите? Я вас вообще не поняла. Не поняла, да, значит? Нет. Если хочешь, то объясню. А что вы сможете сделать? Делай, что хочешь, поняла? У тебя есть доказательства. Как ты скажешь об этом Давроном Акя? Ты что, думаешь, он поверит твоим словам? Во-первых, Давроном Акя любит только меня. Во-вторых, тебе что, нужно доказательство? У меня есть видео. Покажу тебе это доказательство. Этого не надо. Ты готова? Закончила свои дела? Пойдем. Кажется, здесь я лишний человек. Я пойду сама. Она может оставаться. Пойдем, Давроном Акя. Я закончила работу. Ты мне как сестренка. Я тебе помогал, когда было надо. Ты этого не стоишь. Не попадайся мне на глаза ни здесь, ни в другом месте. Я же говорила тебе, Делефос. То, что ты делаешь, нехорошо. Видишь, что в итоге случилось? Да ну тебя! Итак, что такое? С Давроном работает какой-то человек. И работает давно. Много рабочих поменялось, а он остался. Он очень верен Даврону.
но его можно переманить, дав ему немного денег. Я слышал, что он очень разговорчив. Кто он? Говорят, Куке. Куке. Приведите его ко мне любым способом. Хорошо. Алло. Алло, Азиза. Да, Даврон, что случилось? Позвоните Марджоне, спросите, как она. Хорошо, почему? Спросите и все. Ладно. Папа, вы звали? Да, доченька. Идем, садись. Доченька, ты знаешь, я всегда думаю только о твоем счастье. Что бы ни случилось, твое счастье для меня очень важно. Теперь скажи, что с тобой случилось? Почему ты без настроения? Почему грустишь? Почему ты не возвращаешься к себе домой? Ты не подумаешь, что я гоню тебя. Хочу сказать, если между тобой и зятем появилось какое-то недопонимание, скажи мне, мы это решим. Но не молчи так. Не переживайте. Ничего не случилось. Все в порядке. Я и вправду пришла ухаживать за вами. Тогда ладно. Но если что-то случилось, не скрывай. Скажи прямо. Я не потерплю твоих слез. Ладно, пап. Хорошо. Тогда ладно. Иди, делай свои дела.
Не заждались? Нет. У меня появились дела, поэтому я опоздал. Если вы не против, можем отложить процедуру на завтра. Почему? Что случилось? Почему вы без настроения? Ничего особенного. Все нормально. Если хотите, пойдемте поедим вместе где-нибудь. Нет, спасибо. Я вам сама позвоню, хорошо? Ладно. Я очень рад видеть вас на нашей родине. Biz de sizinle birlikte çalışmaktan çok mutluyuz. Ortaklık başladığından beri her şey istediğiniz gibi güven ilişkisiyle yürüyor. Мой отец всегда повторяет: человек, какая бы профессия у него ни была, должен быть честным. Вот тогда у него будет прибыль. Biz babanızı zaten biliyoruz. Güvenli ve doğru bir insan. Дай бог. Это наша новая продукция. Новый подход. Попробуйте. В настоящее время требования к продукции в соседних странах очень большие, поэтому мы должны удвоить производство. Спасибо. Давление у вас хорошее. Оно стало стабильным, как раньше. Хорошо. Значит, я могу спокойно выходить на улицу. Да, можно. Только не поднимайте тяжести. Берегите себя. Спасибо, доченька. Что вы здесь делаете? Я хочу остаться одна. Я вас побеспокоил? Нет, ничего страшного.
если у вас есть время, хотел бы поговорить. Уже поздно. Мне нужно идти домой. Поймите правильно. Счастливо оставаться. До встречи. Хорошо. Да, Шаров. Гаврон, где ты? В магазине. А что случилось? Дела плохи. Что такое? Этот Дильмурод оказался не тем человеком, как мы думали. Что? В общем, у него нет никакого цеха, никакого богатства, никаких денег, ничего нет. После твоих слов я хорошенько его проверил, расспросил его друзей. Даже его близкие друзья оказались купленными. Короче говоря, у него ничего нет. Даже его дом, в котором он живет, взят в аренду. А самое интересное, даже машина не его. Я не знаю, с какой целью он пришел к нам со своей этой ложью. Слушай, найди его, где бы он ни был. Тебе даю час. Все, приведу. Давай. Вы в последний раз какую книгу читали? А, что? Книгу. А, книгу? Да. Читал. На работе есть книга о лошадях. Я читал эту книгу. О лошадях? Да. Да, это тоже книга. Я его первая жена. До вашей свадьбы у нас были отношения. Мамочка дома? Мамочка. Не прогоняйте меня. Я люблю вас. Вы самый близкий мне человек. Пожалуйста, не гоните меня. С каким лицом я вернусь домой? Я не могу идти, мама. Пожалуйста, не надо. Уходите, уходите. Не мучайте меня. Я не могу идти. Подождите. Гаврон, пришел. Пусть зайдет. Как дела? Как вы думаете, какие могут быть дела после всего? Не понял, что-то случилось? Или мы совершили какую-то ошибку? Если товар не дошел вовремя, скажите. Оставь свой товар.
Я тебе его верну. Отвезешь туда, откуда взял. Не понял, что это значит? Что вы хотите сказать? Говорите яснее. Я навел справки о тебе. Кто ты, что делаешь? Обо всем я знаю. Вы обо мне неправильно думаете. Наверное, что-то услышали. Спросите лучше у меня самого. Я повторяю, я обо всем знаю. Значит, знаете. Хорошо, что знаешь? Тогда слушай. Я эту девушку знал до тебя. Я ее люблю. Странно, как ты вошел в ее жизнь. Оставь ее. Марджуана будет моей. Ты не достоин ее. Кажется, ты не знаешь, кто я, да? Я очень хорошо знаю, кто ты. Ты человек, который живет в свое удовольствие за счет денег своего отца. Ты не достоин этой девушки. Ты со мной не шути. Что ты можешь сделать? Тебе лучше не знать, что я могу сделать, понятно? Убирайся, не появляйся больше на моем пути. Мы еще с тобой поговорим. Шарап! Шарап! Ты меня звал? Садись. Этот парень больше не показывается мне на глаза. Уберите его. И возле Марджоны, чтобы я его не видел. Почему? Что случилось? Кто это вообще такой? Чего он хочет? Слушай. Я эту девушку знал до тебя. Я ее люблю. Странно, как ты вошел в ее жизнь. Я так и думал, что он не зря к нам присоединился. Что теперь ты хочешь делать? Я слышал, что за Давроном стоят большие люди. Иначе он не мог бы бороться один сам против нас. Зафар, собери ребят и ждите нас. Сейчас подъедем. Игра окончена. Иди. Вас сюда прислал Даврон? Нет. Если лошадь Кадырхана проиграет, то ему точно будет плохо, обещаю. Я не знаю, сколько мне осталось жить. О боже, я согласен на все твои испытания. Я только об одном тебя прошу. Сохрани здоровье моих детей. Эх, друг мой Кадырхан, пусть твой нож всегда будет острым, сам будь всегда сильным.
моем сердце столько много боли, что ничем ее невозможно вылечить. Папа, я потерял ту девушку, которую вы назвали нищей, потому что она не соответствовала вашей высокой репутации. Men odam qilganman deydi bir pasta. Do'skinam ba'zilar shundayim pasta. Не говори так. Начни все сначала. Soqmoqlari ko'p. Omadingni dushman tortib olmasin. Bu yo'ldan yiqilib tortsang-da azob. Hayotda hech kimga kuning qolmasin. Я должен поговорить с тобой. Сегодня же ваша свадьба. Неужели вам не стыдно? Это мое последнее предупреждение. Верните мне мои деньги. Я соскучился по маме. Я не хочу жить. Где же мой отец? Хотя бы рядом был бы со мной.